Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян. Хотя в настоящее время граждане стали более активно вкладывать и в альтернативные инструменты сбережений. Накопительные счета, паевые инвестиционные фонды и индивидуальные инвестиционные счета, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Также многие клиенты, чтобы удержать средний уровень дохода по своим вложениям, начинают раскладывать часть средств по инвестиционным инструментам. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».